Месси, Неймар, мы все еще по тебе скучаем. Лионель Месси признался, что он все еще скучает по Неймару, который прошедшим летом покинул каталонский Гранд. Летом Неймар стал самым дорогим футболистом в истории, когда перешел из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро. По признанию Лионеля Месси, который записал видеообращение к бразильцу, он до сих пор скучает по Неймару. Знаешь, Ней, думаю, когда ты уходил, то мы сказали друг другу практически все. Но правда в том, что мы все еще по тебе скучаем, приводит слова аргентинца Sport.es. Нам не хватает того, как по утрам вместе с Луисом мы делили мате в раздевалке, и многого другого. Как и всегда, я желаю тебе всего наилучшего, где бы ты ни был, и я уверен, что скоро наши пути сойдутся как на поле, так и за его пределами. Береги себя. На что Неймар ответил: спасибо, брат. Для меня ты идол и отличный друг. Крепко обнимаю. Отметим, что в текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. По материалам сайта newsgra.com.